А тем часом у тепличной господарцы «Вясна Энерго» Полоцкого района поспели огурки и салатные культуры. Леченые дни застаются до початку томатного сезона. Витамины, выгодованные у штучных тропиках, запотребованные и за мяжой. Больше за полову городнины господарка экспортует в Россию. Про новые гатунки и конъюнктуру на рынку расскажет Мария Дикан. Так накручивается растение на шпагат. Обрывается усы и, соответственно, побеги лишние. За сутки плюс 10 сантиметров, а за 4 месяцы довжиня огурочной лияны досягает 12 метров. Урожай так само уражвае. Лето сягородники сельгаспредприемства «Вясна Энерго» вырастили амаль 170 килограммов огурков на каждом квадрате. Вдвоем с напарницей где-то собираем килограмм 800 килограмм в день. Сегодня мы будем уход делать, подкручивать вверху на тележке растения. Урожай огурков собирают круглый год. Покуль у одной теплицы растения дают плоды, у соседней растет рассада. Праца огородников не из легких. Каждый куст треба посадить, вырастить, обеспечить догляд и только потом снять урожай. 6 дней на тиждень огородники начинают с того, что пакуют подрощенных представников семейства гарбузовых у кордонные скрыни. Это у нас обычно вот такое идет. А на третьем вороте у нас корнишоны, маленькие такие колючие огурцы. Когда приходишь и видишь результат своей работы, хорошо на душе, понимаете, что уже знаешь, что своими руками все сделано. Зеленый оазис раскинулся на 4 гектарах. По соседству спеют томаты. У этом сезоне споживцы оценят гибриды Альтадена и Дуковеры. У худким часе помидоры трапят на полицы крам. Томаты – это неспешная культура. Посеяны они были в декабре, высажены в теплице где-то к середине января. Ну вот и уже через недельку ожидаются первые плоды. Опыляют рослины чмяли. На гектары працуют не меньше за 400 насекомых. А вот салатная линия с соковитой картинкой обовязана выключно клопотливым рукам огородников. Базилик, кропы, руколы тут выращивают у рекордно короткие термины. Салат растет 35 дней. Это от того, как мы закладываем семечку, до выхода полной продукции. Главное выдерживать температуру, которая необходима для выращивания салата, а также идет влажность, поливы, чтобы были своевременные. Хутка акцент сместится на поли. У открытый грунт аграрии высадят бульбу, капусту, бураки, моркву. Под борщовый набор у господарцы отведено амаль 100 гектаров. Мария Дикан, Ольга Масловская, Михаил Христофоров. Новини, Полоцкий район.